Всем привет! В прошлый раз мы с вами смотрели клип группы Mad Men Ulala, и под этим роликом вы оставили кучу комментариев. Вы писали мне о том, что надвигается камбэк, что у Mad Men скоро выйдет новый ролик. И вот он вышел. Думаю, что это хороший повод, чтобы собраться вместе и заценить этот ролик. Поехали! Чья-то рука пытается дотронуться до чего-то. Может быть, до нас с вами? А вы как считаете? Сразу показывается очень много локаций. Это вроде Рэм, да? Они знают фишку, что желтый с черным всегда хорошо сочетаются. Это тот парень, который понравился мне в предыдущем ролике. Его зовут... Как его зовут? Хай. Вроде Хай, правильно. По идее, если начало клипа такое спокойное, то припев должен быть мощным. И я так понимаю, нас потихоньку готовят к нему. Очень много китайской символики, вот даже карпы кои, они называются, да. Вроде символизирующие там жизненную силу, целеустремленность, здесь висели. Также вот эта китайская вышивка, как я понимаю. Я вот только не понимаю, что означает эта вся символика в клипе. Субтитров нет, посмотреть я не могу. Возможно, что-то связано с текстом песни. Он похож на Стеллу из Винкс с этими волосами. Песня такая плавная, идет своим чередом. Я жду чего-то взрывного, и этого не происходит. Это меня расстраивает. Когда будет то, что взорвет мой мозг? Это же тоже китайские иероглифы, правильно? Конечно, нужно смотреть текст. Какой симпатяшка, почему его не вставляли до этого? Ну, точнее, вроде он был в начале, но так ему дали очень мало времени. Он достоин большего. Посмотрите, какой он милый. Очаровашка. Танцы тоже плавные. Ну, как и сама песня, по сути. Ух ты, куда он там пропадает? Верните его обратно. Почему они забрали этого красавчика в конце клипа? Мне его так не хватало, его было очень мало. Вот именно у него был такой цельный и утонченный образ. Сам клип был снят очень хорошо, картинка высшего качества, прекрасные переходы, интересные локации. Мне особенно понравилась локация с китайскими карпами, ну потому что я люблю карпов, они классные. Что касается самой песни, то не могу сказать, что она мне полностью понравилась, мне, наверное, не хватило чего-то зажигательного. Наверное, из-за того, что я очень много раз слышала такие неторопливые танцевальные мелодии, мне хочется чего-то большего. Конечно, вы можете сказать: «Саша, ты слишком придираешься, ты ничего не понимаешь в кью-попе». Да, я и не говорю, что я чего-то понимаю, и, возможно, да, я придираюсь. И вообще, у меня нет никакой квалификации, диплома, чтобы оценивать творение данных исполнителей по достоинству. Я выражаю лично свое мнение, обычного человека, ведь для этого и нужны реакции. Если вы хотите услышать мнение эксперта, то, пожалуйста, обратитесь к нему.
Ну вот и все, настало время прощаться. До скорых встреч, пока!